Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Евгений, и сегодня я предлагаю с вами обсудить такую тему, где можно взять уже готовую технологическую оснастку, 3D-модель, и вставить ее в свой проект для того, чтобы убедиться, насколько она у вас технологична, чтобы не было столкновений с деталью и так далее. Сейчас вы видите у меня на мастерками вставленные тиски, тиски от компании Курт. Недавно мне был задан вопрос, где можно взять такие тиски, либо подобные. Данные тиски были скачаны с сайта. Сейчас я вам покажу, как это делается. Конечно, нет необходимости рисовать какие-то 3D-модели, если их можно взять в интернете. Значит, первое, что я вам хочу показать, это что в Гугле, если вы напишете CNC Fixtures, это на английском, можно будет увидеть множество разных примеров, как проектировать наши коллеги, посмотреть на какие-то уже готовые изделия, оснастки и потом их применить в своей работе. Вот мы видим множество разных, где-то что-то у нас есть похожее, где-то что-то делаем сами. Значит, где можно найти тиски Курт? В Гугле мы пишем Курт Вайсес. Первая ссылка вот это будет Курт Workholdings. Попадаем на сайт производителя. Сайт у нас, по-моему, будет только на английском языке. Но я уверен, что никого это сильно не расстроит, потому что все очень понятно. Заходим сюда вот в Workholdings. В принципе, я вам советую поизучать этот сайт. Есть некоторые интересные моменты. Если вот здесь вот нажать на плюсик, то можно сразу перейти во вкладку Download каталог. Это скачать каталоги, брошюрки и так остальное. Да, там вот можно посмотреть. Ну, мы с вами зайдем в Workholdings. Дальше мы можем из вас выбрать, например, одинарные тиски, чтобы только с одной стороны зажимала заготовка. Двойные для пятиосевого, гидравлические, пневматические. Это башня и дополнительные какие-то здесь модули есть. Могу сказать сразу, я не скачивал прям все варианты технологической этой оснастки с этого сайта. Я могу вам показать только определенные и как это делается. Кстати, сайт не требует регистрации пока для того, чтобы скачать какую-то технологическую оснастку. Нажимаем здесь. Дальше вы выбираете то, что вам надо. Вот, мы сразу видим цену, например. И вот здесь вот можно сразу перейти во вкладку 2D, 3D CAD. А здесь надо будет щелкнуть, чуть-чуть подождать. И здесь, что могу вам сказать, можно выбирать формат, в котором вы хотите скачивать. Если вы работаете в SolidWorks и данные тиски вы хотите как-то модернизировать, либо вот, например, губки изменить, то лучше вам скачать в SolidWorks, например. Но будьте внимательны, всего есть три версии: 18, 19, 20. Сайт не поддерживает ранние версии, но мы можем скачать, вот, например, в формате Parasolid. Потом выбираем, допустим, версию какую-то, сделаем, чтобы было в архиве, и скачаем. Бывает такое, то, что вот выскакивает это окно, мы ждем скачивания, но оно не происходит, поэтому вот надо нажать сюда. Мы видим, что скачалось точно такой же, как у меня был скачан до этого. Если просто взять и перенести в мастеркам, не получится. Надо будет разархивировать этот архив, и только тогда это сделается. Сейчас я остановлю запись и разархивирую. Продолжаем запись. Перетягиваем файл просто в мастеркам. Мы не хотим. И вот тиски у нас теперь есть в мастеркаме. Сразу же хочу сказать, что они не стоят так, как надо. Надо делать поворот. И либо через динамический, либо просто поворот. Через right. Выбираем все тело. Rotate. Через rotate. Move. Подтверждаем. Clear.
вот у нас все повернулось. Опять же предупреждаю, что данная сборка имеет много слоев, поэтому если будет еще дополнительные детали, дополнительные какие-то элементы, то лучше, конечно, все перенести на один слой. Вот, это было касаемо первой темы, где можно взять тиски Курт. Также есть здесь дополнительные моменты. Можно скачать для 5 осевого станка. Ну, поизучайте этот вопрос, посмотрите. Следующий сайт, который хочу вам показать, не являюсь его каким-то там продвижением, не занимаюсь либо еще что-то. Хороший сайт вот этот, вот 5-Axis. Мы часто видим на станках Haas применяются данные приспособления. Значит, сайт может быть либо на английском, либо на испанском. Но опять же могу сказать, что на английском все очень легко понять. У данного сайта есть на YouTube неплохой канал, где есть... В последнем видео было объяснение, как можно, опять же, работать с 3D-моделями, скачать их и адаптировать под себя. Поизучайте, переходим во вкладку Downloads. Покажу вам некоторые моменты 3D. Сюда, и вот в чем здесь есть интересный момент. Вы выбираете производитель станка. Здесь есть многие, но пока смотрел только для Haas, например. Дальше выбираете модель. Здесь надо, конечно, знать, какая модель станка, либо приблизительно, допустим, у МЗ-750, мы знаем, что это 5-осевой станок. И вот можно выбирать три исполнения, вот, которые для него готовы. Это на несколько позиций можно выбирать. На три вот таких вот, либо на один. А дальше предлагается решение, которое можно использовать вот для такой вот установки. Значит, чтобы скачать вот эту установку, надо будет, например, выбрать какой-то здесь формат, который вы хотите. И здесь при регистрации, так как я уже вводил до этого свою почту, регистрировался. В принципе, регистрация там очень простая, то он мне уже дает ее скачать. Но чтобы скачать, например, что-то вот из этого, здесь мы сразу видим, да, то, что вот в данной сборке используется два элемента. Это тиски и вот эта вот платформа. И здесь можно посмотреть... Например, 2D-чертеж это будет в PDF, 3D-модель, скачать, как его называется, мануал, посмотреть как бы инструкцию, и можно еще посмотреть, что требуется, вот как сделать этот там ласточкин хвост. Поэтому перед тем, как, например, скачивать сразу 3D-модель, можно, я колесиком мышки нажимаю на 2D-drawing, открывается PDF-файл, и вы смотрите, что вы скачаете. В принципе, это тоже удобно. Давайте скачаем 3D-модель. Вот она будет выглядеть таким образом. Сейчас я разархивирую и вставлю ее в MasterCAM. Я вот уже вставил данную модель в MasterCAM. Просто опять же перетянул. И если перетянуть вот этот, Don't Save, то же самое вот увидим. Опять же, данная сборка у нас имеет каждую деталь на слое, что, в принципе, не является, наверное, хорошо. Если вы собираетесь сюда вставлять детали, дополнительную какую-то еще оснастку или еще что-то, то все это лучше, опять же, конечно, переносить на какой-то определенный слой один, прописывать его и потом скрывать, если требуется. Вот таким вот образом можно поизучать эти два сайта для первости, где можно найти для себя какую-то оснастку, какие-то определенные интересные моменты. Вот, впоследствии есть еще множество разных дополнительных сайтов, на которых находится множество интересной оснастки, каких-то приспособлений, которые можно взять
и, в принципе, использовать в своей работе. Ну, либо на основе вот этих вот приспособлений придумать какое-то свое. На сегодня все. С вами был Евгений. Спасибо. До новых встреч. Пока.